Весна в Набережных Челнах наступила сравнительно рано. Первоцветы вовсю цветут, а деревья и кустарники только начинают просыпаться. Ранняя весна ничем не опасна, но только если после не наступит заморозки. Поэтому и рассаду высаживать на участках пока рано, отмечают экологи. В огороде высаживают огурцы, которые выращивались раньше, дальше помидоры, перцы, там баклажаны. При малейшем заморозке, то есть при заморозке до минус 2-3 градусов, эта рассада, конечно, может замерзнуть. Если успели высадить эту рассаду вот в такой период, конечно, нужно для защиты этой рассады побеспокоиться о том, чтобы чем-то их прикрыть. И заморозки не заставляют себя ждать. По прогнозам специалистов Гидрометцентра Республики, 12 и 13 апреля температура ночью может понизиться до плюс 3 до минус 2. На Крайнем Востоке до минус 6. Днем воздух прогреется до 14 до 15 градусов. 14 и 15 апреля в республике существенно похолодает. На погодные условия в нашем регионе будет оказывать влияние тыловая часть перемещающегося по более южным траекториям циклона. Направленность воздушных потоков изменится на северо-восточную, и в наши районы начнет поступать холодный воздух северных широт. Днем ожидается не выше плюс 50. Также прогнозируется сильно северо-восточный ветер с порывом 15-20 метров в секунду. Вероятность осадков небольшая, а заморозки, по заверениям метеорологов, отступят ближе к концу апреля. Айзеля Шаймухаметова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.